Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1083. События дня. Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? За 3 декабря 2018 года. Ну, наше объявление. Ропот, кто желает помочь. Все объяснено, все безобманно. Во славу Божию. Вчерашний день, это был понедельник. Целый день закачивал ролики. А что тут медленно-медленно идет. Вот один ролик закачивал 5 часов. Один ролик 5 часов. Вот поймите сколько. Да еще дошло до конца почти. Минута осталась, и все погасло, нету. Все заново. Сколько время? Ночью несколько раз стою переключить. Ну, ты слабенький. Ну, хотя это стационар у меня, но здесь от телефона идет. Тут все скажешь на это. Тут и модем стоит, все как надо, ну. Вот у меня интересное стихотворение есть, и Виктор Николаевич поет их. Сейчас можем даже вот как бы глянуть, сколько и чего. Вот здесь у меня такое есть, Савченко Виктор поет. Вот сколько здесь он поет, вот я не знаю, видно, нет, вот, видать, ничего не видать. Вот какие стихотворения, мои стихотворения. Что-то все закрыто. А, вот оно где. Я даже найти-то не могу где. Ну, прочитаем сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Но это раньше, 32. Он больше 50 положил на музыку и сам поет и играет. И вот одно стихотворение, как бы автобиографичное. «Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал». Эти слова есть. И вот я опять возвращаюсь тому, что было, вот оно где идет. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача – выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, стрельба и яд петля не захватили. Враг не достал, истратил всю казну, уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их совещание по тайным кабинетам, моим паролем, кличкой, псевдонимом пропитаны обклеенные планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо, мимо. Их измотало в горных перевалах, там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследуют святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мною Доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед Акриды, а штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки.
Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден, с той стороны земли на все гляжу. У меня это 28 мая 2002 года, 16 лет назад написалось такое. И дальше музыка и пение, игра – это Виктор Савченко, Виктор Николаевич. Раньше у меня были близкие знакомые, режиссеры приезжали тут, и фильмы были. Но вот тогда я не просил, ничего не говорил. Но вот здесь хотелось бы найти кого-то, пусть не профессиональный режиссер, но понимающий. Вот все эти 36 строчек озвучить, сделать официальными. Моя погоня, гнались до упаду, как они гонятся. Я отошел, недосягаем вам, то есть я умер, меня уже нету, тело одно. Я прощаюсь. На своей вершине в последний раз смотрю из-под руки, вот так показать и показать враги с собаками, с биноклями, в машине, как бы издалека, потом ближе они бы... Это у меня было, за мной гонялись. Я по улице иду, в Барнауле-то, а рядом жена идет, и она говорит, вот эта машина сейчас, когда мы шли, говорит, уже третий раз проезжает мимо нас, то есть явно, что следят, они машина машине передают, и куда я пойду? У меня кошка заболела. Заболела, и не могли ей вылечить. И пришлось понести ее к ветеринару. Там лишай какой-то у ней был, я помню. Они у меня и сумку отобрали, и кошку отобрали, что здесь сказать, зараза от нее, и не отдали назад. А я знаю, что за мной гонятся. И машина переехала по улице подальше, и стоят там люди. Я вижу, но делаю вид, что не вижу. И вот я иду потихоньку, и тут маленький поворот. Я из-за этого поворота, они-то не думают, что я так и иду прежней скоростью. А я тут, ну, до трамвая, дом один и трамвай. Я выскакиваю, и два трамвая. Один идет ко мне домой, а другой в сторону вниз, в Барнауле, к старому базару туда, и храм там тогда. Один храм был Покровский-то. А я из трамвая-то смотрю, а они выскочили, и притом машины их не видать, где они. Выскочили налево-направо, трамвай, я не знаю, куда, за кем, зачем ехать-то, машет рукой, машину давай. А я в храм доехал быстренько туда, и вперед прошел, и встал на колени. То есть гонялись за нами. Бабки тут, она бывшая инокиня, Рязанова Александра Тимофеевна, там 93 года. Валенки подшил, принес. Я несу в руках, завернутые, но они не знают, что. Но вышел, а в руках ничего нету. Они знают, что я многое прятал где-то по людям. Пленки насчитанные, Златоуста, жития. И она рассказывает, вы только ушли, какие-то пришли молодые парни, и давай меня допрашивать, зачем он заходил, что он у вас оставил. Она говорит, да вот валенки подшил, валенки. Они, говорит, посмотрели валенки-то, там в руку сунули в валенок, ничего нету. А что еще? Больше ничего нет. А что там надо? Она не поймет ничего. То есть, пасли меня, будь здоров. Вот на работе у меня Жданов Анатолий был, он возил когда-то начальника, шофер его личный был. Вот шофер у Ивана Пантелеевича Мироненко, начальник хлебоприемного пункта, тут был у нас контора снабжения в Барнауле, на улице проспект Строителей. Вот. А потом он стал сторожем, а я сторожем был. И он говорит, вы меня подменили бы, вот я там кому-то решил ездить, а мы через три дня, нас четыре сторожа, кажется, было, и через так вот. Сутками дежурил, вот, трое дома. Сейчас могу ошибиться, вроде двое дома были суток-то. А я за вас, когда вам нужно будет. Ну, разницы никакой нету. А время такое осеннее было уже. И вот, кажется, уже снежок выпал. Он подбыл, приходит на работу, смеется, все хорошо. Вам когда надо? Я говорю, завтра. Завтра моя очередь. А дежуришь? Конечно.
когда я дежурю напротив конторы, где вот проезжает дорога, всегда машина остановится такая, как «Рафик» называлась. И там топятся они и глядят, кто от меня выходит, всех обыскивали. Как только они завернут другую улицу, всех обыскивали. И здесь на работу, они график мой знают, а на работе нет, они к начальнику, а где Лапкин? Как не на работе, он сегодня дежурный, а его нету. Начальник сам пришел, директор пришел. А где Лапкин? Да я тут сам ездил, я попросил его, я за него сейчас, я. Как он на него? Да какое вы имели право? Только что это не запрещается ни по уставу, нигде. Я же охраняю, как есть. А он про начальника многое знал. Сильно он боялся на него наступать, начальник-то. Он его увозил, шофер его лишний-то. Ну и он вышел, видимо, тем-то людям-то и говорит. В конторе они. Нету его. А я в какую сторону поехал, хотя бы знать. Если я был в аэропорту, у меня билет уже куплен, и все равно отнимали, возвращали назад и допрашивали. И придирались, а к чему, ну, не знаю. Паспорт взял начальника, у меня уголок на 1 миллиметр загнутый был на одном листике в паспорте. Вам что, советская власть не нравится? Я говорю, а почему? Так вот загнутый листик там. Листик в паспорте загнутый на миллиметр. Даже я сам не видел это. Вот как обвинение искали. Хорошая власть была, говорит, долго жила. Никто ее раньше времени в мешок не завязал, Горбачева не было, да не утопил. Однажды так вот потеряли меня, где я? А я в это время уже в Караганде. И вот в Москву приезжаю, везде оповестили. Только я прошел мимо за это, гляжу, милиционер бежит, и по рации передают, он сейчас внизу будет. Появился наконец-то. Это мне, я слышу. Я только туда, меня под, говорится, белорученьки потащили. В Москве, в метро. Ну, вот это фильм. Показать-то можно. Вот бегущий по льду, там, как он убегает, как за ним гонятся. У меня же все, моя погоня, гнались до упаду. Вот. Ну, я вот говорю к тому, что, может быть, найдется кто-то, вот эти 36 строчек стихотворения, и как Виктор Николаевич поет, ну, как это делается, показать, как с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Вот. Их измотало в горных перевалах. И вот это раз, когда меня они потеряли, ну, в какую сторону из Барнаула поехал-то? А потом начальник пришел и говорит, а ты знаешь, куда Лапкин поехал? Он говорит, откуда я знаю? Его видели уже в Красноярске. Он говорит, а мне зачем смотреть-то? А дальше-то мы везли с собой пленки насчитанные. Куда деть, мы не знаем. Ну, обыск в каком месте будет? Тогда мы пошли, пленки эти, нашли стройку, выходной день был, и там пленки, а всего пленки-то там две было, как сейчас помню, мученики 20 века мы насчитали. Сильные пленки. И он на животе их нес, с Колей поехали, Николай Олегович Шевченко. И вот спрятали, и уже ночью пошли на эту стройку, да забыли на каком этаже, все-таки нашли, там доски под досками нашли, и теперь их взяли скорее в поезд. Я это все испытал. Помню, нас как-то блокировали в доме, в квартире. А у меня было человек 10, а комната 12,8 квадратных метра. Это и кухня, и столовая, и приемный зал. Все по стенам. 12, неполных 13 квадратов. А они то за окно поднимаются. Первый этаж барачного типа. И карауля знаю. И мы... Куда дел я людей, они потом будут спрашивать. Когда на следующий день меня арестуют, с работы прямо привезут. А другой раз прямо арестовали в дороге. Ну, теперь можно говорить. Они там выщупывали, вниз я провел их, низом, где-то подкоп у меня есть. Или через верх, и щупами. Подполковник, КГБ, майор, это щупы в каждую щель толкают. Это я все видел. А мы договорились. Никуда я не выводил. Они проспали, говорят, не спали, ну, не видели. Ночь темная, туманная была. А они все-таки рядом, метров 10-20 от комнаты-то, на улице, в машине сидят-то. А мы-то, людей-то сколько было, со стола не убрали. Они только зайдут, посчитали, сколько приборов, 10 человек было. А мы выходим, впереди идет Саша Долгов, здоровый такой был брат у нас.
И я ему отдаю ведро с мочою. Все-таки мочились-то все в ведро. Это барак. Туалет-то на улице, а выйти-то нельзя. Я говорю, если еще, ты как бы испугаешься, будто и прямо этим первым-то ведром толкай его, и ему некогда будет, вот моча прольется-то. А все остальные вылетаете из комнаты и бежите в разные стороны, показал кому куда подвое. Ну, а мы сразу вниз спустились в тумане, через мостик и к маслозаводу. Ну, и там все прошли, нигде нету. Через весь город пешком в тумане. И вот дошли на эту улицу, они нас уже поддели, там дежурят. Сколько же их там было? Им отчет Москве дать. Слышим, за нами бегут. Мы бегом, и тогда в один сарай, не сарай, а ограда, туда, и с той стороны Щеколда. Он подбежал, видел, дергает, он, видимо, ошибся. Думает, наверное, не здесь. Щеколда не поднимается. А мы пригнулись за дверкой-то, когда, видимо, он побежал дальше один. А мы тогда через эту усадьбу... И тут сарай с сараем. Мы на этот сарай залезли, из сарая прыгать туда вниз. И дальше, и там уже следующая улица будет. Это боевик настоящий-то. Но я прыгнул, я пониже ростом, и пробежал. Я не увидел, что натянутый большой провод. Провод – это проволока. А по проволоке тут бегает на цепи собака. А собака огромная. А мы-то прыгнули на конуру. Он-то спал там, собака-то, кобель или сука. И вдруг там на него свалился такой груз. Ясное дело, собака-то тоже испугалась. Это я проскочил и не вижу. А Саша бежит за мной-то. Бежит, а ему эта проволока-то попала на грудь. И он ее натягивает. Бежит, натягивает. Ну, как ни тяни, она проволока, там, может, шестерка. И он когда добежал, натянул-то до конца, теперь он заметил, дальше-то ко мне он не может подбежать, проволока. А проволока натянула, и она его как бросила прямо к собаке туда, обратно. Вот это все показать в фильме-то. Ну, можно же. Интересно. И он, собака не тронула, залаяла-то, но он-то выскочил. Мы только выскочили на улицу, ну, прям несколько метров пробежали, машина, чик. Они не знали, где мы будем, как они так работают. И нас подбило ручки в машину. А я в машине только сел и говорю, а что вы за нами гоняетесь-то? Вы не милиция. Один сидит, а мы повыше милиции. Оказывается, КГБ местное. Кажется, у проспект Ленина 30, серое было здание, сейчас покрасили. Дальше, да, не бьют, не давят, не... нет, этого не было. Они ничего не делали с нами, допросы. И арест, и уже домой завезли, уже я арестованный. Вот это вот их совещание по тайным кабинетам, к моим паролям, кличкой, псевдонимам, пропитанные, обклеенные планшеты, так день и ночь, а стрелы мимо, мимо. Вот это вот все кто-то нашел с собой и поставил фильм для других. Вот посмотрите, как пример к себе, своим воображением. Ой-ой-ой. Это вот, ну, я не знаю. Вот как-то мне бы надо туда попасть. Нажать на одну. О, Володя, подойди-ка, я тут нажму. Тебя нету здесь. Вот здесь вот надо мне нажать на одну кнопку, чтобы открылся, как он поет, Виктор Николаевич. А то упадет у меня аппарат. Вот просто взять в руки, туда подержать, направить, чтобы не упало. Сейчас я... Нет, нет, не то. О, все, стоп. Сегодня 1 октября 2014 года. Вот Игнатий Шелапкин сидит, его стихи, сейчас мы будем... Виктор Николаевич Савченко, он будет их напевать, это он музыку составил к ним. Пример к себе своим воображением. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Слава Иисусу Христу! Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе за обедом. С
стреляет точно в лоб и давит только вниз. Задача выжить, ни одной победы. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. За Златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Хотя как знать, когда я ускользну, стрельба и яд петля не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их совещание под тайным кабинетом, моим паролем, кличкой, псевдонимом, пропитаны, обклеены планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо-мимо. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Их измотало в горных перевалах, там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, пологам, отвалам исследуют святых, о ком я начитал. Мой бег, мои убежища с Давидом, за мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мёд Акриды, а штаб-квартирой избран Барнаул. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине, мой след вынюхивает кустов реки. Моя погоня гнали за упаду, я отошел, не досягаю вам. Прощай, земля, азарт, закон, награда, мой труд, следы читайте по слогам. Прощай, земля, азарт, закон, награда, мой труд, следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Вот хотя бы по этому стихотворению, по одному, вот найти бы кто-то мог бы озвучить и показать. Про другие я не говорю, там как-то общее, а здесь автобиографичное на сегодняшний день. И показать тут, что у меня было. Вчера тоже вопросы были кое-какие, отвечал. Вот, допустим, даже такое. А сначала не было так. Вот я немножко только покажу, как это, порядки какие в церкви. Это тоже поется где-то так, видно, Виктор Николаевич поет. А здесь вначале было только аудио. Ну, маленько дать послушать. А сначала не было так.
На многое, что ныне видим в храме, от попрошаек лгущих у оградки, до алтаря, до батюшки с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное словом. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное словом. А если так, то по нему сверяйся, накладывая сравнение к одному один. Дымят со злобой, слыша это рясы, да замолчи ты, еретик, кретин. Но если я невежда, недотёпа, магистерскую степень не лизал, могу услышать, как ушли далеко, переродилась в дикую лоза. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее слова от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. То как не дрогнут камелавки митры, хотя бы раз открыв Новый Завет. Кто исказил, придумал мудро, хитро и затемнил сошедший с неба свет. Умнее Бога впавшие в монахи кромсали изречение Христа. Поволокли слова его на плаху, а измышления свои на пьедестал. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышано словом. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Куда ни глянь, нас режет его фраза: «Сначала было это все не так». Торговлю убери, молись не для показа, не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один, так почему же преблагая Матерь пир собирает сыну властелин, а не заказчик вензелей на скатерть? Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее словам от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. От них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А сначала не было так. Так. Вот теперь я покажу. Вчера вопрос стоял вот у нас в Потеряевке. Такое было. Я заявление писал.
в архитектурный отдел Мамонтовского района Алтайского края от жителей поселка Потеряевка. Вы неоднократно запрашивали нас о том, как бы нам хотелось назвать главную улицу поселка Потеряевка, уже строящуюся. Считаем, что если сам поселок Потеряевка сохраняет память о первом поселении здесь в 1818 году, Потеряеве, Семен, Бенедикт, Нифонт, Иван, Геннадий, то восстановить заново в наше время полностью разрушенное в 1972 году это поселение при сильнейшем противодействии властей – это дело несравненно более трудное, чем было у Потеряевых. Идея восстановления, ходатайство на всех уровнях, первые жители – все это было от семьи Лапкиных по благословению матери Лапкиной Марии Егоровны, матери-героини, родившей и воспитавшей в поселке Потеряевка 10 детей. Здесь она жила 60 лет из 86 лет, прожитых ею 15 июля 1912 года до 29 ноября 1998 года с нашим отцом Тихоном Дмитриевичем, инвалидом второй группы Великой Отечественной войны. 29 июня 1910 года, 25 августа 1985. Назвать улицу имени Марии Лапкиной, оставив память потомкам о героической женщине-труженице, глубоко верующей православной христианке. Память ее в род и род. Это решение принято на общих собраниях Крестовоздвиженской и Свято-Анфимовской общин 21 ноября 1999 года. Лапкин и Т. Просьба была удовлетворена. Единственное, можно сказать, пока... улица поселка называется именем Марии Лапкиной. То есть, видите, как все законно, потом это в краевом отделе будет отмечено. И они спрашивали, какие молодцы. Это тоже не просто так. А для чего спрашивали-то? Для того, чтобы потом не было опровержения. Это решение такое, видимо, по желанию жителей. У нас все так и есть. И везде сейчас так и знают. Улица Марии Лапкиной, нашей мамы. Ну и вот показать, какие у нас ресурсы есть. Мой мир, вот этот я очень люблю, тут переписывать, почта, вот она, к истине 2, mail.ru, вверху собачка. Вот. Значит, очень большой у нас православный форум Игнатия Лапкина. Во свете Библии, во свете Библии, вот она. 1600 тем, большие темы. И дальше вот у нас православный видеоканал «Открытым оком». Во свете Библии. Тут открытым буква О уже никак не заменить. Она должна быть маленькая. Одна ошибочка. Ну вот, покажем сейчас. Сегодня я уже выставил. Ну, немножко тут события дня. 53 человека посмотрели за час. Притчи. Вот тут тоже Соломона. После трапезы перед занятием 70 человек, занятия с детьми 40, занятия по изучению Святой Библии 47. Ну, вот видите, помаленьку. Ну, а тут совсем мало. Златоуст считает Игорь. Вот. И вот Златоуст, здесь жития святых. И моя проповедь. Ну, вот, как всегда, 9 роликов сегодня поставил. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень большой, богатый. 4124 ответа. Милости просим. Вот так. Кто найдет режиссера такого, то можно на меня вывести его. Как-то вот это бы озвучить. Вот эти стихотворения, пример к себе. Своим воображением. Все на этом.